Доброе утро, Forever. Я рад приветствовать всех на Дне Успеха, и мне выпала огромная честь сегодня выступить. Меня зовут Владимир Грин, я являюсь менеджером компании Forever Living Products Украина. Мои прямые спонсоры – это Юрий и Татьяна Кириченко, сапфировые менеджеры, и мы со структуры бриллиантового менеджера Атилы и Каталинки Дафалы. Сегодня такой прекрасный день, сегодня потрясающее время и самое лучшее время для развития нашего бизнеса. Я не знаю, мне нужно рассказать о том, что может дать бизнес Forever, возможность Forever, какие преимущества дает маркетинговый план компании Forever. Для этого мне нужна доска и маркер, для того, чтобы все это показать, но я думаю, ваши наставники, спонсоры уже давно показали вам все эти преимущества. Эти преимущества я хочу рассказать на собственном примере, собственной истории, она будет очень короткая, но очень поучительная. Возможности бизнеса неограниченные, говорит ваш спонсор, говорит нам компания. Но на самом деле это правда или нет? Можно сказать только на практике. Практически я уже в компании в феврале месяце будет 7 лет. 7 лет, как я в компании Forever. Как только я пришел в компанию, был начинающим партнером, я увидел простую вещь – отношение администрации компании к нам, к предпринимателям Forever. И это очень важный момент. Потому что, когда у вас есть вопрос, и вы можете позвонить в компанию, вас никогда не пошлют к спонсору. Все вопросы задавайте спонсору, так говорят в других компаниях, но не в компании Forever. Компания Forever очень лояльно относится к любому предпринимателю Forever, помогает ему разобраться с интернет-магазином, с доставкой, с сервисом, с услугами, обслуживанием, которые они делают. Это просто супер. Что еще можно сказать по поводу возможностей бизнеса Forever? Сегодня они как нельзя кстати, потому что сегодня в той ситуации, в которой мы находимся, коронавирус, карантин, сиди дома, кто-то уволен с работы, кто-то попал под сокращение, кто-то ждет, пока снова его пригласят на работу, но в любом случае сегодня бизнес Forever – это идеальный бизнес, который дает возможность каждому человеку из дому вести дела. За последние 6 месяцев карантина я увидел одну простую вещь, что если бы я сегодня находился где-нибудь на Бали и лежал бы под пальмой, где есть хороший Wi-Fi, я бы так же вел дела, как и сейчас. И благодаря чему же все это обходится? Конечно же, не потому, что у нас идеальный маркетинговый план, нет, а потому, что у нас идеальное административное обслуживание. Обслуживание, которое делает наш бизнес предпринимателей лучше с каждым разом. Потому что, когда мы занимаемся бизнесом, самая главная проблема является сервисом. Сервис, который необходимо предоставить тем людям, которые пользуются продукцией Forever постоянно. Знаете, как очень накладно, когда, например, человек, который в вашей сети, хочет приобрести продукт, и у него не получается. Он не знает, как оформить заказ, как это сделать, и тут на помощь ему приходит компания. Компания всегда есть на связи 24 часа в сутки. Конечно же, кроме выходных. Там тоже люди работают, им нужно отдыхать. Еще одна очень важная вещь, возможность Forever – это спонсорство. Спонсорство или наставники. Очень важно выбрать наставников. И сегодня ты находишься в этой компании, ты уже выбрал тех людей, за которыми ты пошел. Может быть, твой спонсор делает серьезный бизнес или строит серьезный бизнес. А может, твой спонсор просто хороший пользователь, потребитель продукции Forever. Неважно, если у тебя есть огромнейшие цели, и ты ставишь перед собой большие задачи, поднимись по спонсорскому ряду и найди того человека, который будет тебе помогать развиваться в этой компании, потому что спонсоры знают, как работать в этом бизнесе, они знают, как работает эта система. Как я и сказал ранее, тебе уже не надо рассказывать о том, какой классный у нас маркетинг-план и какая классная у нас продукция или что-то другое. Я вам скажу, что компания, которая отвечает за свои слова и делает это каждый месяц четко. Представьте себе, да, вы заказываете продукт, и этот продукт вам приходит бесплатно домой в любое село Украины, под порог дома. Разве это не удобно? Это очень удобно. Когда вам не надо идти даже на новую почту, чтобы ее забрать, и вам курьер приносит домой. Это очень удобно. Что это? Это сервис, конечно, сервис компании Forever, который предоставляет компания для того, чтобы развиваться. Таким бизнесом я мечтал заниматься всю жизнь. Сейчас хочу обратиться к тем людям, кто сегодня находится в компании уже очень давно, но еще находится на статусе ассистент-супервайзера или супервайзера, а может быть даже застрял на ассистенте менеджера. Ну, то есть к тем людям, кто еще не менеджер. К этим людям я хочу обратиться особо, потому что это те люди, которых я очень сильно уважаю. Независимо от того, сколько лет вы в бизнесе Forever, и вы еще не менеджер, не переживайте сильно, но и переживайте тоже. Не переживайте, в смысле, это не значит, что вы никогда не станете менеджером.
А переживайте, потому что время уходит, и вам нужно сейчас использовать максимально свое время для достижения результата. Вот что вам нужно сделать. Вам нужно максимально использовать своего спонсора. Вам нужно максимально использовать те рекомендации, которые дает вам ваш спонсор. Компания предоставила потрясающий сервис. Я мог бы очень много говорить вам о преимуществах маркетингового плана, о том, что, закрыв статус, вы его никогда не теряете, о том, что ваша скидка всегда остается при вас. Но тут я хочу обратиться к менеджеру. К менеджеру, человеку, который закрыл статус менеджера, который уже вышел на максимальную 48% скидку и думает, что все, бизнес удался. Не думай так. Возьми свою команду и начни с ней работать. Бизнес Forever – это потрясающий бизнес. Потому что в бизнесе Forever есть все для того, чтобы ты преуспел. Все. Вот начиная от того сервиса товара, заканчивая деньгами, которые мы получаем. Самое интересное, что я заметил, что деньги мы получаем ежемесячно и в срок. Если ты еще не получаешь деньги, значит, ты еще ничего не делаешь. Ты хотел бы получать деньги? Начни заниматься бизнесом. Вы можете найти тысячу одну причину и тысячу одну отговорку, почему вы сегодня не можете заниматься бизнесом. Ой, у меня маленькие дети, сейчас не до этого, у меня кредиты или еще какие-то вопросы. Я прошел через все это, и я знаю, что значит маленькие дети и кредиты. Я знаю, что когда не хватает времени. Я знаю, когда ваше здоровье на нуле и когда нужно вкладываться по максимуму. Потому что в моем личном опыте была такая история, или есть такая история, что когда я закрывал статус менеджера, я настолько сильно делал этот статус, что не было времени на нормально поесть. И это сыграло свою роль на состоянии моего здоровья. И вот это очень сильно повлияло на результат в дальнейшем. Ведь я бы мог бы этого не делать, я бы мог бы сидеть сложа руки. Сегодня закрытие месяца, и сегодня многие люди делают, активно закрывают месяц. Мои партнеры, которых температура 38+, лежат дома в постели с компьютером и с телефона и закрывают месяц, потому что они хотят больше заработать денег в октябре месяце. Как вы думаете, это ли не мотивация? Кто может еще так работать? Конечно, тот человек, который на самом деле пришел сюда делать бизнес. А те люди, которые пришли просто пользоваться продукцией, они и будут продолжать пользоваться продукцией с вами или без вас. Вопрос только у вас или у других людей приобретать эти продукты. Напоследок своего выступления я хочу пожелать всем хорошего дня, хорошего дня успеха, чтобы выступающие сегодня на этом семинаре зарядили вас очень активно мотивацией к действию, мотивацией к результату. Я хочу, чтобы у вас, у каждого были результаты. Я обращаюсь через это видео не только к своей команде, но и к тем людям, которые занимаются бизнесом Forever в Украине. Сегодня самое лучшее время развивать бизнес Forever на Украине. И я это точно знаю.